ребят, я снова в мастерской. Бардак кругом у меня. Даже пол не подметал еще. Ну, как-то скажем, что времени не было. Самая легкая отмазка. И тут у меня сварочный аппарат сегодня. Смотрите, до черта я уже болтал насчет печки во второй избе железной печки. И говорил, канистра там. Смотрите, такая канистра, она 15-20 литровая. И знаете, что я собираюсь сделать? Я из этой канистры собираюсь сделать мини-буржуйку, съемную времянку такую. И первоначальную работу я уже сделал. Вот такие делишки. Толщина металла где-то миллиметр, даже и толще. Где-то, думаю, 1,2 миллиметра. Не тоньше, он тяжелый, блин. Решил поснимать, что получится из этой канистры у меня. Можно было вот здесь прорезь сделать. И как бы длиннее полено будет. Можно затапливать, подлиннее дровишки сделать. Но я решил вот так. Понимаете, почему? Первая ошибка. Кто собирается сделать печку и ошибается, знаете как? Делают прорезь, скажем, дверь. Вот от потолка до сюда. Но побольше дверцы хочется сделать, чтобы больше дров туда затолкать. Но там у них всегда ошибка будет. Когда будете открывать дверь, дым будет выходить. Надо, ребята, знаете, как сделать? Снизу, вон, смотрите, где-то у меня 3 сантиметра получилось. Потом дверца, и знаете, вон, какая высота здесь. Вон, видели? Где-то сантиметров 12 тоже. А почему так? Когда ты дверь будешь открывать, там дым будет крутить, вот тут, в этой части печки, и наружу меньше будет выходить. Ну, если ошибаюсь, пускай будет моя ошибка. Но я так думаю, и думаю, я не ошибаюсь в своих советах для других. Ну это посмотрим, еще будут походы, где я буду использовать эту печку, так что все впереди у нас. Сегодня наша задача, главное, показать, что мы сделаем из этой печки. Я уже подготовил такие заготовки. Вот смотрите, плотно закрывается, вот такая дверь будет тут. Дверь еще четко закрывается. И два навеса. Вот так. Спешить не буду, делать буду спокойно, не спеша. Сегодня наша задача, вот я принес сварочный аппарат, и мне самое главное сегодня прикрепить вот эти навесы. Ну и хотя бы сделать еще вот здесь дырку и кусок трубы приварить. Также надо еще сделать сюда, как сказать, замок, чтобы дверь закрывалась плотно. И вроде все, потому что у меня трубы нету, знаете, блин, такая жизнь пошла, что раньше кругом валялось все, металл, трубы, траки, железяки всякие, сейчас не найти, сейчас все сдали на Чермет и все дефицит, придется мне съездить в Сыктывкар и прикупить там трубу, ну где-то диаметров 80 сантиметров и здесь будет у меня труба еще. Это я сделаю другой раз. Сегодня буду заниматься одним. В следующий раз докончу это дело. Ерунда это дело. Все возможно. Первоначально, вон, смотрите, у меня загорелась лампочка. Это хамелеон маска. Для начинающих сварщиков это самое то. Я сам учка. Все делаю сам. Учился тоже на сварщика сам. Где-то присмотрел, где-то спросил. И вот надо поменять мне в первую очередь лампочку. Вон загорелась. Значит, вон мигает. Значит, не работает лампочка. Там села аккумулятор. Этим я прям займусь. Ну ладно.
Что дальше буду делать, буду рассказывать, показывать, что получится, в общем. А сегодня я занят такой мини-буржуйкой из канистры. Так, вот такая. Но металл, думаю, не прогорит, когда буду варить. Буду варить 2 миллиметра электроды. 2 миллиметра вон такие электроды. ОЗС-4 или ОЗС-12, то есть ОЗС-12. Угу. Все, я дальше работать. Вот такая безделушка там стоит. Обычная стандартная батарейка. Самая ходовая. Новый поставим, будет работать. Все. Ничего не горит. Все четко. Он так стоит. Все, значит, будем работать. Будем работать сейчас.
Ну что, ребята, пару слов, наверное, еще в заключение скажу. Все вы видели, как я работал, из чего я сделал, в общем, из обычной канистры вот такая печка получилась. В двух частях. Печка и труба. Труба 90 градусов сделал. Труба небольшая, потому что это... Печка будет стоять у меня на второй избе. Еще вы увидите, где будет стоять и как будет стоять. Но по размеру я осенью, когда уезжал с избы, мерку я взял. И высота получается до этой трубы, ну, 58 сантиметров. У меня будет стоять эта печка на кирпичной печке. Так что... Не знаю. Главное, чтобы не ошибился я с размерами. Так, 20 литров, наверное, канистра. С ручкой была. Даже ручку переварил, вот сюда приварил. Два навеса. И труба здесь, я не знаю, 60, наверное, диаметром 60. 60-ка. И эта труба, печь длительного горения будет. Дверь, но видно, не видно, примерно вон там у нее еще солярка, там надо как-то затопить там, как будет гореть, пробовать. Все плотно закрывается и, не знаю, надо испытать. Вот такой шов, вроде нормально. Приваривал лист этот у канистры очень тонкий, где-то миллиметр, наверное. Бывало-то обжигался, там дырки получались, но все вроде исправил. Варил 2 миллиметра электроды, и этот металл, конечно, потолще, когда вот, скажем, дверь я приваривал, эту трубу, кусок трубы, тут уже работал 3 миллиметра электродами. А в основном работу все выполнял 2 миллиметра электроды. Вот. Короче, из всего можно сделать, что вам душе угодно. Вот сейчас мне понадобилась печка, чтобы быстро нагревалась изба. И вот буквально там, ну, конечно, время занимает тоже, когда ты еще нету, когда у тебя материала там. Я одним днем я эту работу не сделал, потому что я в один день я приварил дверь, и у меня трубы не было. Я съездил в Сыктывкар, прикупил вот такую трубу, диаметр она, так, 76 миллиметров. 76 миллиметров, 300 рублей, где-то 300 с лишним, наверное, метр стоит. Ну, выхода нету. Сейчас металлолома в селах, все уже, что смогли, уже перепродали, уже все на металлолом. И все приходится сейчас уже купить в магазинах. Ну, из этой же трубы сделал меньше трубы, я также показывал. Диаметром получилось, и вот так вставляю, все четко стоит. Не знаю, вот так как будет, тяга будет или нет, думаю, что будет. Но это еще я покажу, будем испытывать на улице, как будет. Но думаю, эта печка достаточно, чтобы на скорую руку там он моментально будет жар давать. Вот такие делишки. Так что уже скоро, думаю, съезжу я на вторую избу и поставлю эту печку. Эта печка, в принципе, в эту зиму уже, может быть, и не понадобится, на будущие походы, буду, думаю, что будет эта печка греть. Будет. И здесь можно еще котелок там, или чайник там поставить. Даже место есть. Вот такие делишки. Все, дальше буду испытывать. Главное, чтобы я размером ничего не перепутал, чтобы подошло, куда я буду ставлять.
Ребят, испытание начинается. Все. Тяга есть. Ворочит. Только путь. Ну что, ребята, добавить уже вроде нечего. Все показал. Затопили. Тяга есть. Жар мощный такой. Прям на улице сразу стало теплее. Снег тает. Ух, не вытерпел. Я думаю, за 10 минут тут чайник закипит. Все обжигается там. Мазута всякая разная. Там снизу дым идет. Но это нормально, пусть. Там солярка, масло, все было в этой канистре. Пусть обжигается. Угу. Вот так вот. Следующий поход уже, эта печка поедет на вторую избу. И будем устанавливать уже нормально там. Как дым шпарит. Мощно. Вот так вот. Ну ладно, ребята, буду заканчивать. Всем пока и удачи. Ждите новые видео.